Иногда невольно задаешься вопросом, почему одни отказываются от своих родных детей, а другие забирают чужих детей в свои приемные семьи. И какие причины приводят ребенка в государственное учреждение? Ответы на эти вопросы, история мальчика Жени и 17 приемных детей семьи Шубиных, об этом очередная программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». 12 сентября в 18:45.